друзья! В этом видео мы поговорим о дате выхода первой серии второго сезона русского сериала «Трудные подростки». «Трудные подростки» второй сезон – продолжение популярного молодежного сериала от интернет-сервиса MorTV. Первый сезон этого телепроекта вышел еще в 2019 году и продемонстрировал отличные зрительские рейтинги. Как результат, создатели сняли второй сезон. Сериал «Трудные подростки» относится к линейке проектов Мор. Режиссером продолжения выступает постановщик Рустам Ильясов, а главные роли исполняют такие актеры, как Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крилова. Дата выхода второй серии второго сезона сериала «Трудные подростки» запланирована на 12 октября 2020 года. Каждый новый эпизод будет выходить в бесплатном доступе раз в неделю по понедельникам на MorTV. Спасибо вам, что посетили наш канал. Мы благодарны вам за вашу активность на нашем канале.